Привет, ребята, с вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кидс. Я сегодня распаковываю одежду Лабаби. Мы открываем сундучок, в котором одежда на магнитах для Барби. Да. С какой же стороны вот нам его открыть? Что там будет? Что? Что-то здесь будет. Вау. Тяжелое такое. А ну доставай. Вот это Барби. Это подставка, на которую мы будем ставить нашу Барби. Давай соберем коробочек, чтобы мы смотрели. Может быть, подсказка здесь какая-то есть, если мы не разберемся. Давай я открою. Тут все большое, кажется. Ну, не знаю, посмотрим. А тут, кажется, же все совсем маленькое. Так нарисовано там просто. Сверху у нас Барби. Вот она какая. Ярослава сразу ее устанавливает на подставку. И давай смотреть, что еще у нас здесь есть. Это одежда и аксессуары разные для Барби. Один такой планшетик. Вот второй. И третий. Здесь и повар Барби, и Барби-балерина, и сковородки, и сумочки, и собачки, и кошечки. Я давай тебе помогу. Оно должно ставиться. Что, кошка? Кусечки. Спасибо. Стоит, держится наша Барби. А еще вот есть четыре таких стеночки, которые мы будем устанавливать позади нашей Барби. Здесь Барби на кухне. Здесь Барби я в вот больнице. А вот еще кошечку можно? Давай, можно? Конечно, можно. Что хочешь, то и доставай. Здесь Барби, наверное, на вручении Оскара какого-то. А это, скорее всего, на балу. Что мы будем первое, Ярослава, с тобой делать? Будем одевать Барби во что? В повара, в доктора или, возможно, в какую-нибудь принцессу, балерину. Что выбираешь? Посмотрю, этот сын. Выбирай, что ты хочешь. Я хочу вот это платье. Вот это платье хочешь? Ну, значит, она будет, наверное, вот такую мы стеночку придумаем. Да? Да. Красиво. Давай мы ее устанавливаем. Вот. Это пока в сторонку. И давай одевать ее. Что тебе еще помочь достать? Ты выбрала платье, выбрала уже босоножки, да? Ну что, легко держится? Да. А ну покажи женам, покажи ребятам, как ты это делаешь. Вот платье. Ярослава выбрала такое красивое розовое. И оно очень легко липнет. Барби у нас в платье. Теперь что мы будем? Обувать вот эти вот туфельки, да? Ярослава. Вот эти? Да. Барби-балерина. Ну, давай. Оп. А и готово. А у балерин бывают кошечки? Бывают, конечно. И собачки? И собачки. Ты ей даешь магнитофон? А Ярослава лепит на Барби собачек, кошечек. А что, нельзя? Почему нельзя? Можно. Давай, меняем платье. Вот на вот это. Да. Смотри, еще одно с балериной. Одевай, какое хочешь, какое тебе нравится. Голубенькое платье. Платье балерин, да?
туфельки нашла. И корону ей нужно одеть. Ты уже одела корону? Угу. Ну давай одевай ее и покажешь ребятам. Давай теперь нарядим Барби в повара. Согласна? Давай, ищи. Вот у нас на этом планшете есть. Как он правильно называется, этот наряд ее? Это же мне испачкаться. Форма повара. Да. Давай мы снимаем бальное платье. Меняем задний фон. Ставим вот такой магазин сладостей. И одеваем Барби. Просто вот такие туфли. Вот. Теперь, где эти штаны? Давай их. Чтобы месить. Ой, еще вот это забыла. Вот что еще нам нужно? Нам нужны розовенькие туфли. Нет. Вот, смотри. Синие. Синие хочешь? Ну давай синие. Одевай. Вот такие синие, смотри, я уже выбрала. И вот это месим. Что это ты? Покажи, нашла. Вот такая мисочка. Там какая-то то ли кашка, то ли крем Барби взбивает. Держи. Здесь еще вот много разных сумочек для Барби. Бутылочка для собачки. Вот как Ярослава классно сделала. Давай теперь отправим Барби на бал. Давай. Опять же таки меняем фон. Вот какие туфли, не надо золотые. Давай раздеваем. Золотые туфли нашла. Смотри. Какие классные. Вот, рукавички черные. Да. Давай еще не рукавички черные. Давай оденем. Давай вот это платье красное доставай. Еще одно последнее. Вот. Так. Шарф так. Такой, да, достала? Еще вот это. Во. Давай. Посмотри, как долго это делать. Все, пошла наша Барби на бал. Искать себе принца. Да? Угу. Вот такой вот получился у нас интересный набор сегодня, где можно Барби быстро переодеть в любой образ. Да. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх!